участников, 55 зарубежных направлений и более 50 регионов России. Все это МИД – крупнейшая туристическая выставка в России, которая вот уже в 26-й раз проходит в Москве. Первый день работы выставки состоялась пресс-конференция министра туризма Греции госпожи Элени Кундура. По ее словам, Греция неизменно пользуется большой популярностью для летнего отдыха, но с каждым годом растет интерес к этой стране как к направлению, предлагающему разнообразные тематические туры. В эксклюзивном интервью нашему каналу госпожа Кундура отметила, что ушедший год стал рекордным для Греции. Страну посетили свыше 33 миллионов туристов, в то время как население самой Греции в 3 раза меньше. И ожидать от нового сезона остается не менее впечатляющих результатов, потому что Греция – это туристически привлекательное направление 365 дней в году, а множество аутентичных островов и регионов позволяет в рамках каждого путешествия в Грецию открывать эту страну по-новому. В рамках растущего спроса в VIP-сфере строятся новые 4- и 5-звездочные отели. И в целом за последние 2 года номерной фонд Греции вырос на 55 тысяч кроватей. На прошедшей в начале марта авторитетной туристической выставке ITB в Берлине Греция была удостоена ряда престижных наград. В целом, Греция достойно конкурирует с самыми успешными участниками туристического рынка и является одним из самых популярных направлений для отдыха. В свою очередь, вице-мэр региона Ретимна острова Крит Пеппи Берлираки рассказала собравшимся журналистам о привлекательных особенностях своей области и о своем взгляде на то, почему туристы так любят Ретимна в частности и Грецию в целом. По словам госпожи Берлираки, больше всего гостями любой страны ценится доброжелательное отношение к ним местных жителей. И для греков туристы не просто чужестранцы, а уважаемые гости, которых встречают как родных. Кроме того, близость гор и моря, отличная кухня, гостеприимство кретян и отели на любой вкус – все это в Ретимно является идеальным набором для прекрасного отдыха. Браво! Постоянным участником туристической выставки в Москве является и Кипр – неизменно востребованное направление для летнего семейного отдыха. В своем интервью нашему каналу министр туризма Кипра господин Пердиус отметил, что предпочтения туристов постепенно меняются. Отдых в условиях современного ритма жизни становится более коротким. Поэтому профессионалы туристического рынка должны уметь предложить условия для максимально полноценного отдыха, но в более сжатом формате. Господин Пердиус с оптимизмом смотрит в будущее туристической отрасли на Кипре, потому что, несмотря на развитие технологий, которые все больше уводят в виртуальный мир, отдых вместе – это прежде всего общение и соединение. Поэтому туризм вряд ли когда-либо потеряет свою ценность и станет непопулярным, ведь человеку прежде всего нужен человек. Например, гастрономические туры позволяют сплотиться и почувствовать Кипр всеми 5 чувствами. Ведь в южных странах прием пищи – это не просто насыщение, а целый ритуал – получение энергии, удовольствия и, конечно же, общения. Кипр – это направление для полноценного отдыха круглый год. И одна из главных задач на сегодняшний день – сделать Кипр еще более популярным местом для отдыха в зимние месяцы. Традиционно Кипр – это летнее направление для семейного отдыха, но привлечение туристов более зрелого возраста, заинтересованных в другом виде отдыха, более разнообразном, активном, познавательном, позволит увеличить турпоток на Кипр и с ноября по март.